Ректор Казанского федерального встретился со студентами Института психологии и образования. Целью встречи стало открытие центра педагогической магистратуры. А на уровне магистратуры мы первым годом объединили магистров на площадке Института психологии и образования, поскольку мы слышали на реках из Варианта, что предметы они неплохо знают, но работать с детьми практически их там не научили. Так вот, чтобы работать с детьми, научитесь. Здесь уже вовсю ведутся занятия. Убедилась в этом сегодня заместитель премьер-министра Республики Дагестан Екатерина Толстикова. Делегация Дагестана не только была возможность услышать о достижениях Казанского университета, но и увидеть все своими глазами. Особый интерес вызвал вопрос подготовки национальных кадров. Здесь этим на протяжении многих лет успешно занимаются на кафедрах и в лабораториях. Ректор университета говорила о важности той работы, которая делается в институте. КФУ является единственным вузом, участвующим в проекте 5-100, который поставил педагогику в качестве одного из приоритетов. Мы должны все время куда-то стремиться. Мы должны стремиться реализовать собственные, по крайней мере, амбиции. Но чтобы их реализовать, эти амбиции, уважаемые наши молодые коллеги, они прежде всего должны быть у вас быть. То есть вы должны понимать, для чего вы здесь находитесь, чем вы будете заниматься. Бывает очень обидно, когда люди теряют золотое время, отведенное им для самореализации, для получения знаний, можно сколько угодно перечислять, все, что мы теряем, вот в этом молодом возрасте. А в конце встречи ректор университета вручил отличившимся магистрантам благодарственные письма. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс.